Я слышал более свежую историю буквально сегодня, то, что в связи с этими падениями протонов выявили на заводе Хруничева в два раза побольше хищения, на 6-7 миллиардов рублей. Ну, здесь ответ один. Здесь, как бы, как говорится, матрица исполнения действий одна. Это публичное наказание за совершенное преступление. Закон работает тогда, когда за него несет кто-то ответственность. Если закон есть, ответственность никто не несет, то это анархия. Вот вам и ответ. То есть здесь должны работать следственные органы при поддержке, при эксклюзивной поддержке государства, и чтобы выносились все наказания не условно, не снисходительно, а по полной мере. И вот через какой-то этап времени это будет уже впитываться с молоком матери, и вырастет новое поколение чиновников. К сожалению, нам при этом времени придется существовать еще при настоящем. Но вектор правильный идет. Тенденция, как говорится, налицо.